Зовут меня Антон, фамилия Бабинов. Я являюсь сотрудником салона Масловка 21. Что сказать о тренингах, которые я прошел? Ну, если, наверное, существует спецназ или там малиновые береты среди дизайнеров, которые какие-то такие подобные тренинги проходили, но, видимо, вот что-то подобное пришлось пройти мне. То есть это реально, скажем так, какие-то вещи действительно в голове я разложил по полкам. Но самое главное, что я подчеркнул, это, в принципе, то, о чем мы, кстати, с Алексеем спорили во время тренинга, не что, а как. То есть не какая информация, в принципе, подается и в каком объеме, а именно, как эта информация зачастую излагается до людей, до которых она должна быть все-таки доведена каким-то образом. В равной степени это и до покупателей потенциальных, в итоге не потенциальных, а реальных, и до сотрудников салона. Поэтому Алексею огромное спасибо за вот данную, как бы, проведенную серию тренингов. Спасибо огромное.